Всем привет! Сегодня решил снять обзор на доставку Farfor. Выбрал сет я «Удача». Сейчас у них проходит акция «Закажи от 700 рублей» и можешь выиграть путевку на двоих в пятизвездочный отель. Ну, так как сет «Удача», попробуем и свою удачу проверить в деле. Так как сейчас переехал этот ресторан, буквально тут около Эврена он находится, и ко мне ехать тут одну остановку, я думаю, доставить должны очень быстро, несмотря на то, что сегодня пятница и сейчас время 5 часов вечера. Как раз все собираются в сады и так далее. Забросил я в корзину, выберите количество персон, выбираю количество персон 2. Также у них регистрируйтесь, вам начисляются бонусы, как я понял сейчас. Заказ оформлен, до доставки 59 минут написано на сайте, сейчас время 5 часов 10 минут и 59 минут до доставки у нас показывает сайт. Ну, посмотрим время, также 10 минут, нам уже перезвонили нам, можно сказать, моментально, то есть в 5 часов 10 минут мы заказали, там полминуты прошло и нам перезвонили. Сказали, что в течение часа нам доставится сет, 22 бонуса нам зачислилось, 760 рублей, то есть они равноценны 22 рублей. 6 часов 8 минут. И уже звонит курьер домофон. Там на сайте у нас показано времени, время на доставке осталось 2 минуты. Ну вот, в общем, так вот обстоит доставка. Сейчас мы покажем комплектацию. Вот нам доставили. Опять идет накладная с чеком. И ее, скорее всего, нужно оставить, если вот вы участвуете в розыгрыше, ну как бы, потому что номер там накладной вроде бы является как раз лотерейным билетом. И сам сет. Сейчас откроем. Так, первая часть. Сейчас откроем, посмотрим, что там. Так, здесь у нас две палочки. Так, идет буклет. Салфетки, так, дверь, соевый соус и васаби. Это вот пластик такой штукенция. Сейчас открываем вторую. Так, втором сет. Вот, первая часть сета вот так вот выглядит. Выглядит вот таким вот образом. Сейчас мы включим весы и взвесим, сколько он весит. И на самом деле совпадает ли заявленный вес и то, что нам привозят. Сейчас я открою этот сет, чтобы посмотреть, сколько он у них на сайте. 840 грамм он весит. Сейчас включаем акции. Сейчас сначала взвесим пустую коробочку, которую нам приборы привезли, чтобы узнать, сколько она весит. Так, она весит 12 грамм, 13-12, то есть вот так в таком она. Так, и теперь взвешиваем наш сет. Так, 960 и минус 24 грамма, получается две коробочки. А заявлено у нас на сайте 800. По-прежнему, наверное, лидирующее место занимает все-таки Суши Оп на первом месте. После идет Фудзияма, и третье место с Два берега, служба вот эта Farfor, они разделяют третье место. Почему я их отправил на третье место? Давайте сначала по Farfor. Вкусные роллы в этом сете, это роллы «Горячее сердце самурая» и «Фокус». Вот они действительно самые вкусные в этом сете. Филадельфия классик тоже должна была быть вкусная, но рис очень жесткий, то есть он прям, ну прям, как можно сказать, хрустит, можно сказать, на зубах, поэтому вот этот ролл испортился. Ну а эти, они как бы простые, которые идут с огурцом и так далее.
Два берега, почему на третьем месте тоже вот как бы непонятно, какое можно выше, ниже поставить. Там рис был такой, знаете, мягкий, то есть переваристый, который как кашица уже сделан. И очень много риса и поменьше начинки. То есть такой вкус получается как по-домашнему, то есть как вы можете приготовить. То есть тот, кто не избалован различными, ну, хорошими роллами, тот действительно будет очень доволен. Но если вы пробовали вкусные роллы, такие как утануки, вот, сушиоп, фудзияма, то вам уже, конечно, они не так ну, приглянутся, можно так сказать. Поэтому, в принципе, это третье место. Сейчас, конечно, лидер вот сушиоп и фудзияма. Ну все, всем спасибо, кто смотрел этот обзор. Следующий обзор будет через неделю, и до встречи в нем. Пока!